250 удельников собрались в Белорусском державном университете транспорта на открытый робототехничный турнир. 135 команд из Минска, Витебска, Гомеля, Решицы и Светлогорска змагались за перемогу в 5 категориях. С места напруженных и захопляльных робототехничных баталий – сюжет наших корреспондентов. Самому молодшему удельнику всего 6 годов, старейшему – 16. Прага до перемоги была серьезной у каждого. Для одних робототехников это был самый первый турнир, и они были захоплены не только конструированием, але и самой атмосферой. Больше опытные удельники, сдавалось, никого навокал не зауважали и были максимально сконцентрованы на процессе. Споборництво проходило одразу на нескольких поверхах университета. До речи, на 2020 год у ВНУ запланировано открытие специальности, связанной с робототехникой. Белорусский государственный университет транспорта является старейшим техническим университетом Гомельской области. Молодежные инициативы поддерживал, поддерживает, будет поддерживать всегда. Но особенный интерес у нас, конечно же, как университета транспорта, технического университета, связан с тем, что в перспективе будет реализовано на уровне технологий. Ну а будущее сейчас технологий транспортных, строительных, во всех сферах жизни человека – это, конечно, робототехника. Узровень развития робототехники у свете досягнул великих вышинь. Роботы уже заняли свою нишу у житті громадства. Яны стали часткой сучасной промысловой революции, якая характеризуется широким укоренением адаптивных технологий и роботизации вытворчасти. Штогод усе больш предприемству автоматизуется. И зараз завод, на яким працую всего несколько десятков человек, а всю основную працу выконывают роботы, уже никого не здивляє. Гомельская область, до речи, серед регионов Беларуси займает одно из лидирующих мест по развитию робототехники, а наша краина демонстрирует своих талановитых робототехников на сусветном узровне. Недавно белорусская команда, например, побывала у Таиланде. Чем интересна робототехника для меня? Потому что мне очень нравится программировать, и я хочу видеть, что происходит в действии. Поэтому я увлекся робототехникой. А из самых больших побед, наверное, это была победа на республиканских соревнованиях в Беларуси и поездка на чемпионат мира в Таиланд. По выниках открытого робототехничного турнира больше за все узнагород засталось у Гомеля. Але самое главное, что никто из удельников не стратил пылкого имкнения досягать новых вышинь, сустракаться снова и верить у своей будущей перемоги. А отбудется черговая встреча мощнейших юнаков и девчат уже у весну. Черговый робототехничный турнир запланованный на соковик. Марина Джала, Евгения Кухаронок, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель».